Цього тижня наша знімальна група завітала на тренування футзалісток, які привезли чергову перемогу до Славутича, вдало виступивши на відбірковому етапі чемпіонату України серед дівчат 2004-2005 років народження. Ми їздили в город Гребенку, там було 5 команд, тобто ми зіграли 4 ігри і виграли всі ігри, тобто тепер чекаємо полуфіналу весною. Як вже готуєтесь зараз? Сейчас упорно тренируемся, все то же самое, что и до этих соревнований. Также идем, стремимся стать лучше, чем были вчера, и идем к победе. Ваш тренер всех отбирает и возит на соревнования, или нужно себя хорошо зарекомендовать, и тогда он возьмет на соревнования? Ну, как бы мы все сюда приходим, мы с чего-то начинаем, мы все тренируемся, и, понятное дело, мы делаем какие-то результаты. И, ну, как бы мы все одного возраста, ну, как бы играем более-менее одинаково. Так что, как бы тут, ну, если там только два игрока каких-то, он там уже результатом голосования, могут ли они помочь команде, там тогда уже выбирается. Но, по сути, как бы едут просто по годам, а не по умениям. Были ли такие случаи, что вот если плохая дисциплина, например, пропускают тренировки или еще что-то, то они берут на соревнования? Да, было. Скорее просто выгоняют с футбола, потому что, ну, такое отношение как бы, оно... Неприятно. Ну да, потому что если ты хочешь заниматься этим видом спорта, если ты стремишься к чему-то, то ты будешь ходить на тренировки, и ты этого хочешь. А если ты пропускаешь тренировки постоянно, ты не ходишь, ты гуляешь, то зачем тогда это вот, это вот все? Как вот ваши родители отреагировали? Ты первая, наверное, пришла на футбол. Как родители реагировали, что ты девочка, выбрала такой более мужской, можно сказать, вид спорта? Не знаю, нормально отреагировали. И сестру потянула потом? Ну да, она сначала ходила на гимнастику, потом пришла на эту тренировку, ей понравилось. А как ты решила с гимнастики на футбол? Ну, просто я подумала, что лучше мне выбрать, футбол или гимнастика. И я пробовала, у меня получается больше футбол, он мне нравится. И вот мы поехали на соревнования, на чемпионат, и я стала, как я самая маленькая, стала лучшим бомбардиром. Как ваши одноклассники реагируют на то, что вы занимаетесь футболом? Ну, у нас в классе, да, у нас в классе есть один футболист, и он говорит: «Ой, вы такие все такие деловые, не хвастайтесь, вы не лучше нас». Понятно. А вы на самом деле лучшие? Да, вдвойне. А ты как попала в футбол? Сначала я начинала играть на улице. Мне заинтересовал этот вид спорта, так как энергии некуда девать. Прихожу со школы и хочется побегать, там попрыгать дома. И выходила сначала на улицу, там с мальчиками гуляла, а потом одноклассницы мои ходили на футбол, и они сказали, типа, вот мы ходим на футбол, не хочешь ли попробовать? Ну, я пришла на первую тренировку, попробовала, мне понравилось, вот и продолжила ходить. Ну и расскажи, ты как попала в футбол? Я начала играть раньше на улице, и мне стало интересно, и мама решила меня записать, и я начала ходить. Ну, мне стало это намного интереснее, чем раньше ходила на рисование. И больше... У меня было больше энергии, было куда девать ее. Какой главный секрет вашего успеха? Мы просто, наверное, хотим упорные этого. Тренировки. Да, упорные тренировки, и мы хотим этого больше, возможно, чем другие команды, хотя бы на немножечко. И ми команда, ми йдемо всі вместе вперед. Про плани на майбутнє запитали в тренера дівочої збірної Славутича з футзалу Володимира Панченка. Я хотів би запросити всіх жителів нашого міста, які дишуть футболом, живуть футболом, футзалом в даному випадку, просто спортсменів і небайдужих. Нас з 30 листопада по 2 грудня в місті Славутича, в спортивному комплексі «Олімпієць», з 9:00 буде проходити міжнародний турнір, другий міжнародний турнір з футзалу серед команд дівчат в двох вітових категоріях. Генеральний спонсор цих змагань у нас компанія «Укртепло», велика подяка їм за це. На турнірі планується 14 команд, при цьому 4 команди з Європи, да, європейські команди. Які це будуть команди, це така секретна інформація, прийдете, поболіваєте, побачите. Я думаю, буде цікаво.
Паралельно з цим буде проходити відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат старшої вікової категорії. Це 2002-2003 рік народження. Анонсуючи те, що ми в минулому році були чемпіонами України з цього в цій віковій категорії, то сподіваємося, що в цьому році наші дівчата теж зможуть показати класний результат, але результат він може бути повноцінним лише тоді, коли вболівальники прийшли, включаючи батьків, сусідів, знайомих і просто людей, яким це цікаво, прийти повболівати, величезне прохання, тому що наші дівчата грають, якби так, за все місто. Отож, закликаємо вас підтримати нашу команду і чекаємо усіх, хто любить футбол з 30 листопада по 2 грудня з 9:00 в Олімпійці. Адже не дарма вболівальників вважають ще одним додатковим гравцем. За гарної потужної підтримки грати, а особливо перемагати в рази легше та приємніше.